Всем доброе утро. Представляю вашему вниманию живую изгородь из тыквы. Получилась она совершенно случайно на месте ежевичной шпалеры. Ежевика пока молодая, прячется где-то там внизу, а рядом с ней было посажено несколько кустиков декоративной тыквы. В результате на сегодняшний день получилась сплошная зеленая стена, где-то в ее глубине прячутся вот такие декоративные бутылочные тыквы. Хочу сказать, что картина эта мне очень нравится. Там где-то тыква уже забирается на березу. Вот. Здесь она оплела и сделала арку. В следующем году посажу вдоль забора с соседями, и будет живая изгородь, которая очень быстро растет. В то же время осенью ее можно убрать.